Не надо думать, что это какое-то стихийное бегство частного капитала из России. Это управляемый процесс. Там шелестят пакетиками, и хомяки собрались вот в эту кучу, в эту стаю, и они бегут. Что должно произойти, чтобы мышеловка захлопнулась? Ну, я думаю, что в какой-то момент времени, когда уже будет понятно, что Россия, она как бы побеждена, после этого тут уже наступит следующее действие этой драмы. Это их представление. Я рассчитываю, что следующего действия этой драмы не наступит, но мы должны все варианты просчитывать. И в этом случае, конечно, уже это бегство прекратится. Здесь по их планам должны, значит, обосноваться крупнейшие транснациональные корпорации, которые будут качать черное золото, природный газ, рубить наши сибирские леса. И тогда уже вот там будут какие и иные формы вывода капитала и вывода природных ресурсов.